Проект готов, работы начались. Современная благоустроенная спортивная площадка появится на месте старого стадиона на территории Центра развития творчества и спорта. Благодаря проекту инициативное бюджетирование и плодотворному взаимодействию жителей района с администрацией города, района и депутатским корпусом. Я заметил одну тенденцию, что здесь очень мало спортивных площадок. Спасибо главе города, главе района, что они поддержали эту инициативу в том, что это будет очень хорошая площадка для того, чтобы жители занимались спортом, дети развивались, проводили какие-то фестивали, праздники, спортивные мероприятия. И поэтому я только за, чтобы у нас такие площадки появлялись все больше и больше. На реализацию проекта из бюджета города выделили более 6 миллионов рублей. Помогли и жители. Их софинансирование составило около 600 тысяч рублей. На сегодняшний день проект утвержден, подрядчик определен. Как видите, сейчас уже ведутся активные работы. Помимо беговых дорожек на сегодняшний день, здесь, видите, сейчас ведется планировка самого футбольного поля. Будут установлены ворота, дополнительно будут установлены ограждения вдоль ворот. И поставлены тренажеры. На площадке установят порядка 10 новых современных тренажеров и 20 лавочек. Кстати, уже поступают заявки на 24 и 25 год, подчеркнул глава района. Напомним, в 22 году в рамках проекта инициативного бюджетирования в Октябрьском районе обустроили 3 спортивных площадки. Как и на уже существующих площадках, на новой для всех желающих будет работать проект «Дворовый инструктор». Всем желающим тренер бесплатно подскажет программу и упражнения. Для нас это очень значимое событие, потому что у нас Центр развития творчества и спорта, у нас есть спортивные объединения, которым необходима физическая подготовка. Кроме того, данная площадка располагается в микрорайоне «Поток», где в ближайшем месте нет спортивных площадок. И для жителей микрорайона это очень значимо. Открыть площадку планируют уже к 1 сентября. Заниматься здесь смогут абсолютно все желающие, а не только воспитанники Центра развития творчества и спорта. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.